это осуждаю и буду осуждать, потому что я это осуждаю. Осуждаю, осуждаю, осуждаю. Я покажу ту фотку за 5000. Все. За 5 так больше, блядь, никак не рассуждается. Все, это очень секретная фотка. За 5000. И что там, блядь? Ну ничего, я там стою в трусах и что? Красивых трусах, эротичных, и что? Нужно разнообразивать в плане сексуальном по-разному себя. Я просто в костюме БДСМ стою, что смешного? Я могу показать, без страха. То есть мне похуй. Я могу показать. Что в этом такого? Сейчас. Что? И что? Ну что? Че? Ну да, сфоткал чисто пацанам. Ну, в смысле, своим ребятам. Что? Че? Че такого? Ну че смеемся, дебилы? Че смеемся, дорогие? А шо, блядь? Так это он мне на пониз подарил, на потоки, блядь, прислал. В этот костюм, понял, типа, я ж одел, померил, блин. А ему фотоотчет предоставил, и что такого? Так оделся и шо? В смысле? Ничего здесь, ничего такого нет, блин. Все порядочно, ничего никакого, это самое. Что? Чем, блядь, вызван ваш смех? Объясните мне, нахуй. Что здесь, сука, смешного? Человек просто одел, блядь, костюм интересный. Как это, сука, может, блядь, смешить людей? Объясни. Что? Я газгольдер. Это не женское белье, это мужской костюм. Что? И что? Ну что? Красиво, прикольно, и что?